Черногорский хребет, который мы проходили, это самый высокогорный хребет в Украине, и он славится своей очень такой капризной погодой. Зимой это выражается в основном сильным ветром в сочетании с морозом, влажностью и, соответственно, очень плохой видимостью. В общем, смотря на этот склон, понятно, зачем люди берут топаты или дорогой. 6 утра, 31 декабря. Ветер. Ну, в палатке нормально, тепло. Ну, как тепло. В палатке тепло. Температура за бортом где-то минус 15, а у нас тут, вы можете заметить, да, вот, вкусная еда. Посмотреть. Вот. Мы едим чесночок. Чесночок. Вот. И надеемся, что эта ночь будет теплой. Вот, но пока к этому ничего не располагает. Ничего не видно. То есть мы это назвали белое безмолвие, потому что в какую сторону не посмотришь, то ли смотришь ты себе под ноги, то ли смотришь вверх, влево, вправо, на запад, на восток, везде одно и то же. Белое такое, белая мгла. Мы довольны. Вот.